Всем привет, с вами Прия. В текущий момент очень много различных маунтов существует в игре. Какие-то доступны по сей день, какие-то уже вообще недоступны, какие-то стоят свыше 200 тысяч рублей на различных площадках по ТСГ кодам коллекционной карточной игре. Ну, например, Спектрал. Он, конечно, есть у меня, куплен еще давно. Но речь о другом маунте сегодня пойдет. Речь пойдет о таком маунте, как Коралловый морской варан. Я просто сидел рандомно, делал дейлики различные у нас жатари, делал квестики. И прокачав своего боевого спутника до 20 уровня, он предложил свой дар. А именно, маунт. То есть, квест берется у него, квест сдается ему же. Два простых клика, плюс один маунт. Для коллекции это весьма неплохо. Можно даже назвать этого маунта скрытым, потому что что написано в его описании? задание «Прирученный варан». Где задание берется, что, от кого, зачем, для чего, непонятно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, качайте своих боевых спутников, это очень полезно. К тому же прокачка боевых спутников повышает вашу близость к получению такой эссенции, как воспоминание о снах наиву. До скорого!